Дорожный знак пешеходного перехода сегодня установили на улице Шишкова. Напомним, на прошлой неделе к нам в редакцию обратились жители Заречной части города, которые возмущены тем, что убрали знаки, и их дети вынуждены подолгу стоять на обочине, чтобы перейти дорогу. С пешеходным трудно перейти, а без пешеходного, я не знаю, тут сейчас школа, вот этот же проулок, школа, очень тяжело. Вот они, знаете, вот там вот где-то вот один остались. Ну вот как вот, ну делают дорогу, а о людях-то надо побеспокоиться. Прежде безопасность. Я считаю так. Вон, видите, там вдалеке один, а три убрали. Три убрали. Вот когда мы идем, мы сначала ждем, когда какие-нибудь это люди нас пропустят. А вот некоторые просто не пропускают, и мы просто смотрим дальше долго, очень. Это был ускоренный фрагмент. На самом деле этот школьник стоял на проезжей части порядка 3 минут. Знак пешеходного перехода, как сообщают местные жители, убрали неделю назад. Сейчас на улице Шишкова ведется ремонт дороги. И, видимо, знаки помешали проведению работ. Стационарные исчезли, но временные здесь даже не поставили. Школьникам приходилось стоять на обочине и ждать, когда их пропустят. В зоне видимости есть еще одна безопасная зона, но к ней не подойти. Там все перекопано. В пятницу, когда мы готовили данный материал к эфиру, в госавтоинспекции нам пояснили, что знак установят в субботу. Сегодня в районе обеда мы приехали на место, но его здесь не было. После очередного звонка в ГИБДД знак «Пешеходный переход» на перекрестке Тургенева-Шишкова все же установили. Непонятно одно, почему нельзя было обезопасить переход изначально.